смотрим канал Лены Happy и решили создать видеосообщение для нашего любимого блогера. Лена отправляет обратно в магазин те вещи, которые она купила вчера. И что обидно, эти вещи ей очень шли. Вот эти шорты джинсовые идеально шли по фигуре. Белая блузочка нарядная, блузочка с диагональными полосами. Почему-то Лена решила, что она бабская, но это такое модное направление лоскуты. И сейчас можно найти такие блузки в самых красивых модных магазинах. Вот Лена решила так и, собственно, правильно. Все понятно. Эти бутики дешевка, и тратить на них надо уже прекращать. Лена, найди магазин Белк. Их только два на территории нашего мегаполиса. В магазине Клермонт будет ближе к тебе. Дуй туда. Сходи на худой конец в Холлс, Клермонт или Альтимон Спрингс. И даже в Таргет. Там много подобных вещей, очень современных. Нордсторм, Нейман Маркус посети, чтобы снять барьеры. У них есть, кстати, аутлеты. Nordstrom Rack находится в Винтергардене. Neiman Marcus Last Call – это в премиум аутлетс Орландо. Ты выбросила три вещи, которые тебе больше всего подходили, так им и надо. В вышеуказанных магазинах ты найдешь больше и лучше. Удачи! Ждем новых обзоров. Это было круто!